Ну я и такой говорю, сама трус. Оба. Мадемуазель. Че? Домой едешь? А вы не против, если я немного поотдыхаю? Я бы предпочла, чтобы вы делали то, что вам нравится. Ну вот не девушка, а королева, ё-моё, за твое здоровье. Это, кстати, мой ужин. Пригласите на ужин. Ты чё, не? Мне самому тут мало, блин. Очень обидно. Народ, здорово. Сегодня будет вообще капец. Вкусно. Да и опизденение. Берешь вот так вот лайм и вот сюда выжимаешь в соляночку. О, бля, брызнуло аж везде. Все, слюни потекли. Всем приятного аппетита. У меня здесь вместо хлеба пицца с курицей и ананасами. Я спросил, ты ответила. Все, за что ты хочешь? Вот, пожалуйста. Ой, вообще жирнючая, прям густая. Квашеной капусточки. И вообще. Всем посвящается. Так что будьте здоровы, не болейте. Кола вот, ну такая, короче, обычной колы уже. Днем с огнем не найдешь. Ну если где-то еще осталось в магазинах там. Пицца импровизированная, ананас я сам добавил. Как же это фигово, когда можно, но нельзя. Мимоза, 7 судочков мимозы. Блин, вкусно. Мне кажется, у вас сейчас двойное чувство. Либо у всех по-разному. У кого-то отвращение. А кто-то мне завидует, блин. И хочет так же. Ну нельзя. Блин, какой же это кайф, если бы вы знали. Как же это классно, когда еда в кайф. Тут лайм, еще и лимончик попадается.
чуть-чуть перегрел пиццу, чуть-чуть она это хрустит. Это даже прикольно. Сыпется. Она вот с клюковкой. Если у человека хороший, здоровый аппетит. Зачем ему пишут люди стихи из Библии про какое-то обжорство? Вы пишите вон пиндосам, американцам, которые каждый весит там по 3 тонны, блин. Либо действительно тем людям, которые обжоры, вот он сало. Растекшаяся. Он, его ни один стул не выдержит. Пишите тем, у кого нет проблем со здоровьем. Он просто нажрал свой жир и все. Вот им пишите. Но мне не по адресу. Я профессиональный обжорщик. Можно сказать. Для тех людей, кто не понимает, то, что я делаю, помогает многим людям. Я доставляю аппетит тем, у кого нет здоровья. У кого нет аппетита. Порой люди очень глупы. Не понимают ничего. Со своей гордостью, глупостью не видят вещей вообще. Всей картины, так сказать. Да и вообще, кому какое дело. Это моя жизнь. Загляните в свою жизнь, может, на чужую времени не хватит. Так что вот так. Излючий лайм. Капусточка. Это вообще бомба. Берем ложку. Баунти. Райское наслаждение. Давай, фокусируй на мороженке. Блин, оно подтаявшее, это вообще кайф. Я уже хавал такое, оно мне капец понравилось. Как вот чувствуется, вот прям баунти. Кокос этот. Шоколад. Блин.
Алло. Пронто, пронто. Холоднючая. И пусть я заболею, фиг с ним. Стружки столько много, вот этот кокосовый, так прикольно. Блин, вы даже не представляете, какое оно вкусное. Такое мороженое я купил в Евроспаре. В районе 500 рублей. Оно стоит вот так где-то. 480-500. Объем 450 миллилитров. Блин, какое такое. Офигеть вкусное. Реально. Производство. Польша. Изготовлено по заказу Марс. Тут еще шоколад стружка. Прям кушмяки. Капец, реально вообще. Вот они молодцы придумали. Мозгобойка. Холоднючая. Добрался до шоколада. Во. Прям куски большие прям. Нифига себе. Это офигенно. И колы сверху. Во, тут шоколада, ё-моё, сколько. Хрустит. Чё я наелся? Колы бахнул, желудок раздуло. Сейчас оно чуть подтает, чуть-чуть время пройдет, и я его полирну до конца. Ой, вообще. Фух, спасибо вам большое за все. Не переживайте вообще нафиг ни за что. Все обязательно будет хорошо. С вами был Юрец. Пока.